Привет, я рада видеть тебя на своем канале. Сегодня мы окунемся в мир ДБД и познаем всю боль и унижение от игры в паблике и от своей игры. А что же сегодня нас будет ждать? Давай узнавать вместе. Я не знаю, почему мне не выпадает. Ответ убил. Это ДБД. Я вижу это поле. Тут на крюке птичка, а еще гена закрыта, очки бладпоинты и какой-то зайка с щитом и мечом. Привет всем. Я, кстати, вижу открытый ген. Один, второй, третий. Ну, неудивительно, что ты их видишь. А мы не видим. А вы на... Ой, это... Чувачком в синей одежде. Ко мне прям бежит. А где? А, вот. Ты чего генератор бьешь? Плохой генератор, плохой. Не, ножичками ты тут не простреливаешь, тут просто очень много времени. Нет, ты потерял. Ты куда? Ты здесь. Я даже не слышу, где ты ножичками кидаешь. А я их не пытался, я тут пристрелил, один такой, не попадет. Ой, здрасте. Ой, подожди, стой, я на ДБД зависла. Слышно, слышно. Are you ready, kids? Yes, Дима в этих местах. Короче, маркует. Так зачем ножички? Тут надо было бить. Нет, ты пока идешь, очень медленно догоняешь. Хватит убегать, Дима. Тут ножички бесполезны. Что, неудачная карта для трюкача? Да не, нормальная, почему? Она открытая. Оп. Ах, пись! Остранник, не сюда. Собралась компашка. Ножичками тут по спинке. Что, погладила его, да? Да. Не потеряла. Не, я ножи брала, я же теперь не меняла. Азуре Демон. Это кто такой? Дима. Это Дима, Дима, модератор, который добрая булка. Который душный кемпер. Душный кемпер мне нравится больше. Честно говоря, немножко токсик. Ой-ой-ой, извиняюсь, не успела. Я в бочуге подлатываюсь. Она бежит. Я в подвал спрыгнул. Катя, ты чего меня там не нашла? А, она там, да? Ой, простите. Нет, я бью Антошку тут уже. Антошка бьет меня, да? Я бью Антошку, Антошка бьет меня. Марго, что ты убежала? Чини ген. Пришел, а Лёша, привет. А чё ты отвернулась? А вот ты! Ты ж должна пробовать на маньяк, который умеет, типа, отворачиваться, Крис. Да хватит бегать. Неоген. Вот, ослепила, отлично. Теперь пора бежать. Скоро фонарик кончится. Ай, нет, нет! Нет! Фиолетовый, да. Ух, нож в небо сделал. А что это мы тут делаем, а? Кто это там присел? Лечиться, а? Что, ты за мана? Да. Ой, Лёшка, привет, я не видел, как ты зашел, кстати. Ключи, что ли, старим, я посмотрю, привет. Привет. Я повешу. Я как бы тоже поздоровался, но меня не услышали. Почему тебя? Я слышал, я поздоровался. Я думаю, что остальные молчат. Я просто услышала тебя, я даже не слышала, как ты здоровался с ним. Да, сейчас. Я слышал. И что мы на меня смотрим? Я пока я что не бью. О, смотри. А, ты стрим включала? Да. О, ножичек. Сейчас ген дочиню, всё. Ген потерянный. А чё звука нет? Отлично, спасибо. У меня есть всё звук. Не, Вер. Честно, сделана рефлексия, я не знала, надо было это делать или нет. Что делать? Надо было снимать. Так иди сюда, я тебя полечу, как-то лечение. Давай. Руки из соляшки, руки из соляшки, руки из соляшки. Ой, я убежала. Есть то, что я вижу, что вы тут хулиганите. Ай! Ой. Ай, все, кончился. Поигрались, хватит. Хватит, да? А я?
А как же я? Ну ладно, от такой красивой дамы я согласна покататься с ней на ручках. Я не туда побежала, ой! Ой, на ручки. Ладно, пока. Топ. Это было быстро. Ты токсик, иди сюда. Кто токсик? Не токсик. А почему? Ой, этот тупик оказался-то. Yes. Ладно. Ты куда? А ты я куда? Даже тебе отстань. Зачем? Мне там порч сломали. Катя, не трогай! Блин! Сидит такая. Я хотела сундук открыть. У меня ничего нет в руках. Электрическая комба, это что такое? На. Ой, ой, по спине-то, ой, по спине, бедная Мэг. Ай, не беги за мной! Нельзя! Мысли не бежать за тобой, как это не бежать? Нельзя! Ты у нас еще не висела. Ой, а что ты ко мне-то привела их? Да господи, это не аптечка, ну блин. Ой. 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 Ой, ваш тормит. Немножко, представляешь, пьяный у меня азиат. Пьяный кей-попер. Кей-попер, правильно. Повисит немного. Там, смотрите, там есть зайка. 44 ножа, ну пипец. Так, ладно, сама я с этим дядькой не выберусь. Идите, снимайте. Что вы там? Молодцы. Ну как тебя? Привет. Дай хоть аптечку найти, ну. Катя, ты прям нашифтила. Когда в подвал придешь. Снимите меня. Ух, ничего себе. Давай только не за мной. Не со мной, не за мной, не за мной, умоляю, не за мной. Ой. Антон, сними. И бегу, бегу. На, ты где? Где тебя снимали? Вали она. Вали. Просто сняли, все. Вот у другого повесили. Мне кажется, она идет сюда. Возможно. Ой, я спрыгнул с первого раза. Какой нафиг ключ? Повезло, повезло. Ууу! Почему генератор? Вот это встреча! В лобовую. Греча. Нет! Уйди отсюда! Сейчас дам этот генератор чинить, только попробуй. Ты его чинила, чтобы ломать? Нет, а что, нельзя? Хитро, хитро. Воу-воу-воу. Здравствуйте. Ай-яй-яй. Да. Кто там за спиной? Привет. Привет, мать. Ё-моё. Спасибо, сейчас она... Марь, привет. Привет. Ой, привет. Ой, ой. Привет. Привет. Так, Фэнгмин получила по спине. Антон! Нет, нет. Кто нет? Так, я не дам вам починить этот генератор, даже не надейтесь. Кемпер-генератор. Да, я душный кемпер-генератор. Ой, сколько вас там. Дима. Как ты нас видишь? Я вот так. Обманка. Кончились ножички. Да господи. Что вы тут все как мышки? Я узнал вас очень в Диме, а не к тебе. Ну, так, а я в комплекте... Еще не дальше генератор все. Все хитованные. Ну вот. Немножко не успел зашептить, чтобы через... Ой, ой, я зашептить успел! Вот так вот, через спину. Да. Вот так. Он немножко... Что ж такое-то, ёбаный? Ой! А вот не надо тут, пожалуйста. Да. Выражайтесь, пожалуйста. Я рот на замочек, потому что у меня тут иногда, когда... Всё, ладно, я молчу. А тут у меня кобылы ещё нет. Второй раз тысячи. Да. Где ты мои? Почти дочинил. Рита, беги. Давай. Снимать Антона. Да. Чините, генератор.
Так, все. А, все, не успели. Еще рядышком горячий. Не успел. Его прыгай. Ай, 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 вонючее, вонючее окно, да? Я здесь же, перед тобой бегу. Где ты? Где ты? А вон он. Я бегу за тобой. Массовое караоке. Я вчера в паблик пошла. Там чел манзил вокруг палетки, и в итоге вот такой прям в ручки ко мне. Я такая, да-да, поехали. Хватит. Не достал. Нет. О, адреналин меня похилило. Прекрасно, выхода нет. Так что... Ты серьезно? О, она ед есть. Я за тебя бегаю, ты чё? Рита, стой! Тотем высадился. Чего? Серьезно? Есть. Нет. Выхода нет. Стоять. Да ладно уже, ищи тотем и порчу снимать. Где ты это увидел? Мне порчу снимать. А я вижу. Говорила Катя, у нее минус 2 закатку. Еще никто не умер. Еще не вечер, подожди. Сейчас вот Крис у меня повиснет третий раз, все нормально. Может, не надо? Может, не надо, дядя? А? О, ну, не это... надо! Нет! Нет, все. Все, прощайте. Или подожди, ты один раз... Я два раза висела, все. Мементо, спасибо. Ай, красота какая, Мементо. Какой красивый Мементо. В текстурах. Нет, балдеж. Нет. У меня в текстурах, я в камни упала. Балдежная Мементо нравится. Сейчас мы и Димочку заменим. В смысле, что мне играть? Да хватит, подождите, у меня зависло ДБД. А Димочка тем временем убежал. Дима, да. На, вонючий подоконник. Вонючее окно, да, держи. Ну что? Ай, попала. Я думал, ты палетку скинешь. Я тоже так думал. На, вонючий подоконник. Еще раз. Так вы порт сломали? Вот там, где меня убили, там была порча. Кать, смотри, если у тебя этот перк не горит, темный, значит сломали. И то верно. То есть он всю игру будет выключен, а вот когда уже все гены починят, и тогда он должен включиться. Если он и тогда темный, значит все тотемы сломали или конкретно порчу сломали. Сюда. Ой, сейчас что-то будет. Ой, сюда. Вот и минус 2. Ой, красиво. На ракурс был из палетки. Да, красиво. Нарго, беги к воротам. Чё ты ходишь? Ай, Антон. Дубины, дубины ей дай. Ай, красавчик, Антон, просто можешь... Люк рядом, люк рядом. Просто чисто на характере убежал. Люк рядом с тобой? Нет. Рядом с Варго был люк, но уже не важно. А может, скажете, где этот ворот? Повернись назад, назад вернись. Куда ты, откуда бежала? Там где-то люк рядом с тобой был открыт, сказали. Можно в люк сбежать еще. Лево ворота открыты. Справа. Справа ворота открыты. А вон ворота, да. В ворота вон беги. Прямо беги, прямо беги. Господи. Тебе это даже это... Катя дает это сделать. Да. Ладно. Она свою миссию. Беги, беги, ты одна осталась. А кого а ты смотришь? Да. Открывается, люк открывается, когда только один человек остается на карте. Почти рядом с этой, с хижиной был или с мейном, как это здание называется. А на сегодня у нас все. Подписывайся, ставь лайки, пиши комментарии. А еще я хотела сказать, что у меня теперь появилась группа ВК, ссылочка есть в описании и в шапке профиля. Переходи,
подписывайся и следи за новостями моего канала там. Спасибо, что ты сегодня был со мной. И пока-пока.